Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юля, и сегодня мы с вами изготовим фигурку из простого шарика. Для этого нам понадобится насос и простые вот такие шары. Я их еще называю сосиски. Обязательно шарик перед использованием нам нужно будет с вами протянуть. Теперь мы берем насос, надуваем наш шар. Оставляем примерно на 2-3 пальца кончик, чтобы можно было воздух продуть. И завязываем. Примерно на 3 пальца. Я всегда кладу 2 пальчика и через 2 пальчика завязываю, так вам будет удобнее и быстрее. Ну что, теперь мы с вами продуваем обязательно воздухом шарик. И приступим. Первое, что нам нужно, это мордочка. Посмотрите, я начну с вот этого кончика. Этот мы с вами оставляем. Так, смотрим мордочку примерно на 4 пальца. И прокручиваем 2-3 раза. Или не забываем, что мы его держим. Иначе он у нас может вот так вот разрезаться. Теперь нам нужны ушки. Делаем ушки. Ушки можно сделать маленькие или большие, или длинные, на ваше усмотрение. Проворачиваем, также держим. Теперь делаем второе ушко. Обязательно смотрите, чтобы у вас был размер на шарике. Были одинаковые ушки. Провернули. Будет сделать передние лапки. Отмеряем также примерно 4 пальчика и держим. И теперь сделаем вторую лапку. Также захватываем, проворачиваем и еще раз. Раз, два. Вот так вот у нас уже передние лапки. Теперь мы с вами делаем туловище у нашей собачки. Смотрим, сколько примерно у нас осталось. Я сделаю туловище небольшое тоже, ну примерно на 5 пальцев. Теперь нам нужно сделать задние лапки, такие же, как передние. Проворачиваем. Раз. Держим. И два. Теперь нам нужно с вами будет это все провернуть еще. Такая у нас собачка получилась, правда, с длинным хвостом.